Здравствуйте! ОКО продолжает показ товарищеских матчей профессионального футбольного клуба ЦСКА. На этот раз в соперниках у армейцев Алания. А как играет сегодня Алания? Вот что важно понять. Три защитника или четыре? Удар по воротам. А начало бодрейшее от ЦСКА. Чалов еще бьет. С левой попробовал, с правой. И все мячи пока подхватывает ЦСКА. Дружеское у ЦСКА с партизаном. Как у Спартака с Цервеной. Чалов. Снова на подхвате. Ух ты, это гол. Это Чалов так редко бьет. А что за удар удался-то Обликову? Вот здесь он разобрался. За ним не успевает. Ах, там был рикошет. Поэтому мяч так скакнул над Солдатенко. Мы не знаем, куда бы пришелся удар Ивана Обликова. Наверное, в правый угол от него, влево от голкипера. Можно сказать, дело чести, да? Чувство долга хочется помочь Алане. Чалов. Ох, как разбирается-то Чалов. Ох, какой гол. Ничего себе. Это что за Пол Гаскоин? Ну-ка, как это было? Два начеканил, три начеканил. И все время крутится волчком Федор Чалов и забивает феноменальный гол. Раскидывает этими движениями, этой чеканкой всю оборону Алании. Посмотрите. Вот сейчас... Толчья в штрафной. И просто количеством берет Алания. Нет, не берет. Все равно армейцы успевают пробить поворот. Вот смотрите. И Караскаль бил уже по уходящему мячу. Но то ли не докрутил мяч Чалов, то ли слишком сильно дал. Чалов. Разыграли. Очень интересно. И затем последовал удар... В исполнении Ивана Облякова с левой. Удар, обводящий стенку низом. Вот отсюда будет хорошо видно. Но это в духе Алании. Обляков. Там был рикошет. Ух ты! Добивание! 3-0. Через всех дугой полетел мяч в дальний угол. Кто его исполнил? Бахтиер Зайнутдинов забивает третий, но он... Извините, не видел. Еще раз бы. Бац. И мяч попадает в штангу. Солдатенко уже лежит в воротах. Да вот момент еще у ЦСКА. Чалов бьет ближний. Нет, это снова Обляков. А там уже кто? А там уже кто? Еще раз смотрим. Обляков подхватывает мяч. Смотрите, он его неловко обработал. Он его неловко обработал. Вот здесь вот мяч застрял в ногах у Облякова, но не сближается с ним Качмазов. И атака Алании. Удар в ближний угол мощнейший. Шикарно Владислав Тороп его парирует. Хороший прыжок. Можно было подумать, что застоялся Владислав, но нет. Кто же так от души пробил? Не было видно, кто же это пробил. Но вы видели, как Мендес подарил мяч троим игрокам Владикавказцев на выбор. Второй тайм. Обляков перемудрил. Хотя Караскаль должен догнать этот мяч. Караскаль выкатывает центр. Чалов хэт-трик. Хэт-трик Федора Чалова. Между ног на Табашвили. Караскаль отдает голевую передачу, но пришлось побороться за предголевую Ивана Облякова. Там несколько повезло колумбийцу. Главное, что Караскаль не стал жадничать. И на паузе долго заносил ногу Федор Чалов. И сумел поймать Георгия Натабашвили. Все мягко разыграно. Удар по воротам, добивание, сходу гол. Там может быть, был офсайд? Нет, нет офсайда никакого. Забивает. Извиняюсь за фамильярность, но в такой момент можно. Алексей Сливин. Очень похож этот гол на... Третий мяч ЦСКА в сегодняшнем матче. Удар по воротам. Рикошет, отскок. По-моему, отскок от газона. Без чужих тел обошлось. И на добивании на дальней штанге Алексей Сливин. И вот, атака на скорости. Много пространства, много свободы. Заболотный. От его паса сейчас зависит многое. Перевод направо Заболотного. И удар по воротам. Мяч не залетит в сетку. Отдал вроде грамотную передачу. Может быть, чуть слабее следовало. Чуть мягче отправить мяч. И вот он шанс для Заболотного. Пора, порадуемся за Антона Заболотного.
Вот форвард, вот настоящий форвард. Берегись, российская премьер-лига. «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Краснодар», прячьтесь. «Зе» пробудился. Все. Свисток, матч окончен. 6-0 ЦСКА обыгрывает «Аланию».